Привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам рассказать об опыте применения Rapid Lash сыворотка для роста ресниц. Я ее использовала еще и на брови. Выглядит она так вот просто. Такая тоненькая подводка, кисточка, которой вы наносите средства по линии роста ресниц на ночь. До того, как нанесете какие-либо другие продукты, средства по уходу на кожу. Использую я ее, наверное, уже примерно месяц. Что я могу сказать? На мой взгляд, ресницы стали более, чуть-чуть более длинными. Совсем капельку, практически незаметно. Нижние стали длиннее, это точно. Они стали более мягкими. Легче держат изгиб, легче завиваются даже без использования этого специального прибора для завивки ресниц, просто тушью легче подвиваются. Но это все. На бровях эффекта нет вообще никакого. Волосы длиннее не стали. От просто использования Матриксила до Ordinary я вижу эффект больше. И за меньшие деньги, если честно. Поэтому не уверена, что буду покупать Rapid Lash снова. Может быть, попробую. Есть еще другая сыворотка. Тоже для роста ресниц, может быть, ее попробую. Rapid Lash покупать, наверное, больше не буду. Ну, да использую, может быть, мое мнение изменится, так что ждите также в пустые баночки. Обычно в пустых баночках я рассказываю свое мнение о средствах окончательное. А буду покупать снова или нет, такую выжимку, общий итог. Понравилось, не понравилось, буду покупать, не буду покупать. Поэтому пустых баночек у меня на канале много. Я делаю их регулярно, каждый месяц. Иногда два раза в месяц, если очень много пустых баночек. Так что посмотрите остальные мои видео, подпишитесь на мой канал, поставьте лайки. Жду ваших комментариев, пробовали ли вы эту сыворотку, или либо какую-то другую сыворотку, либо другие любые средства для роста ресниц и бровей. Буду очень рада узнать ваш опыт. Вот. И с Новым годом! Увидимся!